В музее естествознания в Лондоне открылась новая выставка «Бабочки в джунглях», которая погружает посетителей в знойную экзотику тропического леса. Тысячи живых бабочек из Африки, Азии и Южной Америки летают в зале музея. Чтобы удачно провести выставку, нам необходимо строго соблюдать определенные условия – освещение, температуру и влажность. Мы поддерживаем температуру 30-35 градусов по Цельсию, что создает идеальные условия для большинства бабочек. Естественная среда обитания этих бабочек – тропический лес. Несмотря на то, что бабочки способны размножаться в музее, каждую неделю приходится привозить несколько сотен новых красавиц. Их доставляют в форме куколок, упакованными в коробки с хлопковыми стенками. Мы помещаем их в теплую комнату, где в течение нескольких дней куколки превращаются в бабочек. После этого мы выпускаем их сюда. Перевозить куколок удобнее, так как они менее активны. Когда появляется бабочка, первым делом ей надо расправить крылья. Бабочки приносят пользу, опыляя растения, и радуют людей. Недаром их называют летающие цветы. NTD, Лондон, Англия.